Мы, бойцы 74-го ОРБ, дождались, когда закончится перемирие, и идем ставить флаг, чтоб все поры не думали, что мы застранцы. Вам пизда. Привет, любимой жене Анечке. Где растяжка? Это вот эта огромная проволока. Это не зенит, надо сказать. Ну как, да. Видишь, вот. Вижу. Куда идти? Наверное, куда? Сюда? Ну, иди, ну пошли, кто первый. Ближе, чем на 3 метра друг от друга, не идем. Сидим. Сидим, как мы бывали. Подумай, подумай. Слышь, один человек, вот этот дверь против на всякий случай. Только погибсуй на вас. Вот этому тоже не наступает. Слышишь, вот это гипсуль не наступит, потому что хрень может быть всякого подъезда. Ну только это хоть есть, попался где-нибудь или нет? А попался, это уже видел. Уже много раз попал. Да? Да. Там уже вот какой-то замелькал. Не засветился. Есть компромат. Лучше не трогай. Я не знаю.
Донецка. Есть та, которая... Смотри, может, ближе, где такая хуйня есть. Тяжко где-то. Так, дальше не лазьте, Фил.
Растяжка. Нет. Ползи бы. Захекался. Сейчас стрелять начнут, дыхание откроется.